Следующий выпуск знаменитого календаря Пирелли посвятят героине пьесы Шекспира Джульетте, олицетворяющей силу любви, молодости и красоты. Именно этот образ вдохновлял фотографа Паоло Раверси. Только итальянец решил добавить немного загадки и назвал календарь «В поисках Джульетты». Съемки, занявшие чуть больше недели, прошли в Париже и Вероне. В объективе Раверси засветились актрисы и певицы разных культур и стран. Каждая героиня по-своему интерпретирует предложенную роль через собственные эмоции, позы, свою личность и характер. Итальянский фотограф выбрал 9 интерпретаций известного на весь мир образа. Главными героинями календаря «В поисках Джульетты» стали американские актрисы Кристен Стюарт, Индия Мур и Яра Шахиди, британские актрисы Эмма Уотсон, Клэр Фой и Мия Год, певица из Китая Крис Ли, испанская певица Розалия и франко-итальянская художница Стелла Раверси. В этом году Форду Капри исполнилось 50 лет. В честь юбилея культовый для Европы спорткар отправился в путешествие. Отправной точкой маршрута стала историческая родина модели – немецкий город Кёльн. Далее автомобиль поехал по горам Эйфель, где тестировали предсерийные прототипы, а оттуда – на гоночные трассы Бельгии и Нидерландов, где в свое время спорткупе одерживало победы. На видео снят 47-летний Форд Капри из коллекции производителя. В моторном отсеке прописана V-образная шестерка, которая за 3 дня съемок проехала порядка 800 километров, включая несколько кругов по трассе Зандворт.